Что ты так эмоционируешь, как говорят? Ты что такой эмоциональный? Успокойся. Как будто бы эмоции сами по себе существуют. Нет. В основе эмоций и их функция эволюционная, она связана с потребностями. Живой организм должен выживать. Он должен питаться, он должен продолжать род, он должен защищаться, он должен какие-то решать жизненные задачи. Это такое заведение себя под решение соответствующей задачи. Вот. Поэтому, когда человек находится в каком-то там негативном эмоциональном состоянии, в тревоге, например, ему говорят, не тревожься. Вообще говорят не про то, потому что тревога – это уже следствие. Он уже какая-то его потребность внутренняя фрустрирована, то есть не удовлетворяется. Он испытывает тревогу как индикатор наличия неудовлетворенной потребности. Или обида, например. Так, перестань обижаться. Нормально? Чего обижаются-то? Обижаются, потому что фрустрирована потребность. Хотели чего-то от человека. Этот человек послал на 3 буквы. И я обиделась. Это уже следствие. Проблема-то в потребности. Но вы разберитесь, что пошло не так. Если вы хотите справиться с негативными эмоциями вашего близкого, или сотрудника, или товарища, друга там, и так далее, ваша задача понять, что могло его травмировать, из-за чего у него эти эмоции возникли. Пытайтесь не с эмоцией бороться, а пытайтесь помочь ему эту потребность реализовать, может быть, как-то иначе.